Всем привет! Это интернет-магазин «Дом игры». Сегодня хотим пригласить вас на спа-процедуры. У меня есть такой классный, замечательный набор розового цвета, то есть он такой для девчонок-девчонок, которые любят ухаживать за собой. Ну, вообще, всем девчонкам это будет очень интересно. В принципе, по возрасту можно уже с 6 лет, в зависимости от того, какие вы захотите делать процедуры. Понравится даже мамам на себе это испробовать. Давайте посмотрим, что у нас внутри такой коробки. Уже в магазине, в принципе, вы можете посмотреть, как выглядит то, что находится внутри. То есть очень подробное описание сзади коробки. И вот все, что здесь есть. Приглашаю вас на спа-процедуры. Смотрите, в наборе много разных емкостей, но не входят, сразу скажу, компоненты для масок различные. То есть, ну, эти компоненты, следуя инструкции, вы можете взять, в принципе, у себя дома. Это бананы, масло, сметана, очень много рецептов для самих масок. Смотрите, также показано, как делать массаж на лице. Очень классная инструкция с кратким описанием, то есть, в принципе, не будет утомлять даже ребенка прочесть это. Вот такая инструкция, и показано, как пользоваться всем этим необходимым. В комплекте идут еще наклеечки, можно декорировать свой спа-салон, можно наклеить на своих подружек, когда вы их пригласите к себе в гости. Что из самого классного и интересного есть в этом наборе? Есть вот такие свечи, которые можно украсить в ваш спа-салон, то есть создадут особую атмосферу, можно включить какую-нибудь интересную музыку классную. То есть, и есть вот такие вот камешки, которыми можно делать массаж, тут приводятся разные варианты в инструкции, или можно придумать самому варианты. Это волшебные камешки, смотрите, это камешки, которые меняют цвет. Видите, когда мы опускаем водичку теплую, камешек становится розовый. И потом обратно, видите, при остывании возвращается к своему цвету. Таких камешков 3 в наборе. Можно их бросить туда, пустить ручки, делать какой-то маникюр. Разные наклейки идут в комплекте. Вот такие емкости, которые можно использовать для масок, которые помогают, это как дозаторы, то есть они помогают выкладывать нужное количество. Их 2. Вот такие баночки с закрутками, которые можно складывать там блестки различные, потому что есть специальный аппарат, я позже его покажу, для нанесения блесток. Вот такие вот бусинки-камешки. Можно сделать, там есть еще такая леска-резинка в комплекте. Можно сделать браслеты для своих подружек, то есть, которые посетили спа-салон ваш. Ложечка для замешивания масок различных. Вот такая спонжевая подушка, потом расскажу позже для чего. И самая классная штука, это вот такой многофункциональный прибор вашего спа-салона. Что у него есть? Смотрите, он работает на 2 батарейках, которые не входят в комплект, то есть вам нужно будет заблаговременно их купить. Работает вот так, смотрите. Мы вставляем массажер. То есть можно массажировать лицо, спину, все, что вам понравится. Очень приятное ощущение, то есть он вращается и имеет такую насадочку. Также насадку можно поменять легко, с этим справится даже ребенок, на вот такую мягкую щеточку. Тогда, смешивая с каким-то компонентом вашей маски, вы можете нанести маску и сделать такой вот пилинг щеточкой себе. Такая. Также в этом массажере есть вот такой шарик для нанесения блесток, то, что я вам говорила. Вы можете взять блестки, смочить их какой-то маской и нанести. То есть такие, либо можно наносить маски с помощью этого ролика. Он вращается, мягкий, приятный, то есть можно брать вот и как бы наносить удобно. Также есть вот такая классная штука. Это тоже многофункциональная штучка. Это и массажер, и есть специальные насадки, сейчас покажу, для нанесения краски. То есть краску вы можете брать аквагрим, либо блестки смешивать просто с водичкой, наносить на кожу различные рисунки. Есть в инструкции, как этим пользоваться. Меняется очень легко, справится тоже даже ребенок. Это массажеры. Массажер такой и такой. И вот такие вот рисунки для тела, таких вот временных татуировок, вот там цветочки различные. Как это делается? Мы макаем какую-то краску и прокатываем, и получается рисунок. Какой рисунок получается, можно посмотреть в инструкции. Вот, смотрите. Вот так. Для этого как бы у нас есть спонжевая подушка, мы вот так наносим, и потом на тело.
Очень классный, интересный набор, полный впечатлений, свечи, камни, меняющие цвет, особая атмосфера, понравится любой девчонке и станет замечательным подарком. Такой классный подарок вы можете купить у нас в интернет-магазине «Дом игры».